Быть или не быть, жители поселка Дружный Пуховичского района против строительства химзавода. Опасность реальная или надуманная, разбирался наш корреспондент Константин Степанец. Эти кадры были сняты накануне. Около 700 человек приняли участие в митинге против строительства заводов по производству пестицидов. И это только начало, говорят местные жители. Если и это действие не возымеет, возьмутся за респираторы. Люди настроены все настолько негативно относятся к заводу, что сказали закупить несколько тысяч респираторов и поедут, сядут на супрой дому рады, будут сидеть. Акции протеста против химического производства возле поселка Дружный в последнее время проводятся достаточно регулярно. Накануне местные жители даже поставили напротив будущего завода вот этот деревянный крест. По их задумке, он должен помочь защитить родной край от пришествия российского капитала. В райисполкоме говорят, необходимость строительства объекта первой и главной категории опасности – экономическая. Пестициды от российской компании и так завозятся в нашу страну в огромном количестве. Так зачем платить больше? А для здоровья опасности нет. Специалисты проверили. Так как Пуховичский район является центром Республики Беларусь, то тогда по логистике возникает вопрос о том, чтобы размещение данного завода было в центре. Таким образом сокращается стоимость подвоза по Республике Беларусь. Республиканским научно-практическим центром гигиены проведена оценка риска влияния на здоровье не только населения, но и проживающего, но и работников ТЭЦ-5. И выводы сделаны, что опасного или вредного воздействия на здоровье населения как для проживающих, так и для людей, работающих над ТЭЦ-5, не будет. У местных жителей свои аргументы. В экологическом паспорте объекта написано, что сжигать собираются всего 66 тонн отходов в год. Между тем, российская компания уже закупила огромную печь, которая рассчитана вовсе не на 66, а на 1300 тонн. Вопрос, зачем? Мы чувствуем, что после того, как это предприятие осядет на этой территории, они будут сжигать пестициды со всей Белоруссии. А может быть, да, и не только с Белоруссии. Категорически против и работники ТЭЦ-5, которая расположена всего в нескольких десятках метров от места строительства. Посмотрите, рядом находится ТЭЦ-5. Это энергобезопасность нашей страны. Здесь работает тысячный коллектив, круглосуточно. И это все приносится как бы в жертву частному российскому капиталу. На сегодняшний день совместно с нашим научно-исследовательским санитарно-гигиеническим институтом мы проводим экспертизу данной документации. Окончательное решение еще Министерством здравоохранения не принято. Дано только предварительное согласование о возможности размещения предприятия «Август-БЭЛ» на данной промплощадке. Даже несмотря на подобные комментарии, место строительства уже огорожено, да и стройматериалы завезены. До ближайшей деревни 1,5 километра, до столицы по прямой около 20. Константин Степанец, Мария Русинович, Евгений Титко, ОНТ.